студии «Актер» и я ее ведущая Майя Кричевская. Сегодня у нас в гостях актер театра имени Моссовета Александр Бобровский. Я очень рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо. Мне очень приятно здесь находиться. А сегодня я хотела бы с вами поговорить на тему нашего кинематографа и насколько он отличается от советских фильмов, и узнать ваше мнение. Вот какой вот фильм вас зацепил в последний раз? Последний раз, вот только что буквально говорили, «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына. Это фильм нашего времени? Да. И он вам очень понравился? Очень понравился. А если брать кино, которое меня поразило по актерским работам и по всему, то это, наверное, фильм «Остров», который я посмотрел. Фильм именно? Да, именно фильм, где Петр Мамонов играет Петра Мамонова. Да, я поняла. Просто сейчас в наше время идут споры, какое же кино лучше, советское или наше. Вы считаете, что можно сравнивать вообще? Или это не стоит делать? Нет, неблагодарное это дело. Я считаю, единственное, что я считаю, это было бы, мне кажется, правильным, что на советском кино актерам надо учиться. Учиться, да. Да, как работать. А давайте теперь поговорим с вами о начинающих актерах. Как вы считаете, как им пробиться в кино, как стать актером? Я вообще против революционных всяких вещей, типа пробиться, завоевать. Вот. Я считаю, что для начала неплохо стать актером. Просто стараться стать хорошим актером. А все остальное придет само собой, как у Булгакова написано. Сами придут и сами все дадут. И в данной ситуации просто надо быть всегда готовым. Что вот когда вдруг что-то случится... Случай. А ты готов? Да. Я все умею, я все могу. Первый спектакль, когда у вас был, было ли чувство зажатости или боязнь сцены? Как вы справились с этим? Каждый спектакль. Каждый спектакль, каждый новый спектакль, это, для этого есть репетиции, существуют. Да. Мы по новой учимся ходить, мы по новой учимся куда девать руки. Вот, все снова, каждый спектакль. Вот, это каждый раз. Но не зажим, я бы сказал, а когда выходишь на сцену там на премьеру или еще что-то, да, есть волнение, конечно. Страх. Волнение. Хорошо, волнение. Сцену бояться нечего. Ну а что ее бояться? Она не может тебя не ударить. В худшем случае ты можешь споткнуться или поскользнуться. Надо, чтобы очень все сложилось, чтобы меня цепануло. Кстати, недавно удивительная вещь, в нашем театре идет спектакль РРР по Достоевскому преступлению Казани. И он давно идет. Я смотрел так, проходя через сцену, там смотрел репетиции как-то. А здесь я решил, был свободный вечер, думаю, пойду посмотрю. Я получил огромное удовольствие. Я даже потом ходил, всех поздравлял. Но это редкое. Всего же бывает. Конечно, бывает, конечно. И я, опять же, я в данной ситуации не эталон. Потому что я неблагодарный зритель, потому что я начинаю следить за техникой, как что сделал, как кто что оценил. Они не отпускают меня в зале. В свою сторону вы воспринимаете критику? Обязательно. Я обожаю, когда мне говорят. Я слушаю все замечания, я все их собираю. Дорого стоит. В наше время люди слышат критику сразу. Фу, зачем? Зависть. Нет, я обожаю слушать критику. Обожаю, потому что, во-первых, не факт, что я ее принимаю. Но иметь мнение какого-то количества людей, я могу каким-то образом себя корректировать. Кому вы больше всего благодарны в жизни? Родителям. Родителям? И больше никому? Своим учителям. Но как можно сказать больше всего? Если бы не было родителей, не было бы учителей. Поэтому я одинаково всем благодарен за то, что они были и есть в моей жизни. Кто больше всего повлиял на вас? В плане профессии? В плане профессии и вообще вот в общем. Так как-то однозначно вряд ли я смогу ответить.
Ну, на меня повлияло в очень сильной степени среда, в которой я общался, вот, в которой я рос. Это родители, школа, приятели, друзья, литература, безусловно. Вот, музыка. Музыкальный человек, да? Я не могу сказать, что я музыкальный человек, я люблю музыку просто. Я люблю музыку. Я тоже. А какое ваше лучшее унаследованное качество в профессии именно? Наверное, трудоспособность. Вы трудолюбивый человек. Ну. Я упрямый. А для того, чтобы добиться цели, и упрямства маловато, надо еще трудиться. Поэтому я вынужден трудиться. Ну и со временем, по всей видимости, я как-то уже привык и полюбил это дело. А как вы пришли к профессии актер? Вы задумывались об этом в детстве или когда были в школе занимались в подростковом возрасте? Никогда. В детстве я мечтал быть шофером-дальнобойщиком. Это вот эти вот, а дорога серая, лентой вьется, вот. Но попутно, видимо, с остановлением меня, я обрастал какими-то, опять же, из-за литературы, из-за общения с друзьями, с родителями, с родственниками, с музыкой, вот. Я как губка напитывался вот этим искусством, этими благами. И в результате, когда я поступил в техникум на первом курсе, я пошел заниматься художественной самодеятельностью, где мне сказали, что мне надо просто идти в актеры. То есть увидели в вас вот эту изюминку или талант, да? Наверное, талант или... Ну, тогда талант... Я не знаю, я не могу о себе так сказать. Я думаю, что просто я был достаточно смел. Вот. Громок и внятен. И этого уже было достаточно для того, чтобы попробовать себя в этой профессии. Первая моя сыгранная роль была лебедь танцующий. Из балета «Лебединое озеро» я был одним из лебедей. Вот. Вторая роль была уже гораздо более серьезная. Там я играл пограничного пса. А вот такая первая, самая серьезная роль, которую вас прям заметили, какая она была? Я скорее отвечу немножко по-другому. Первая роль, которая для меня стала как бы очень важной ступенькой, это роль Виктора в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна». Мы в студии «Актер» проводим наблюдение за животными. И мне было вот интересно, вы наблюдали тоже за животной, ну, за собакой? Или вы вот просто прочли сценарий, текст, выучили и сыграли уже как-то в жизни сами? Или как это происходило? Я старался в себе отыскать эту собаку. Там, внутри меня, эта собака должна была родиться. Вопрос, наверное, не относящийся к профессии. Были ли у вас в детстве какие-нибудь клички? Удивительная вещь. Я в детстве был такой мальчик полненький, вот, пухленький. И много раз мне пытались приделать клички какие-то. Я был очень общительный, у меня было много друзей, товарищей, приятелей. И много раз мне пытались прилепить какие-то клички, но ничего не получалось вследствие того, что у меня фамилия, по сути, кличка. И кроме бобер ничего не выдумывалось. Ну вот ничего не придумывалось. Людям, которые собираются поступать, с первого же этапа экзамена присматриваться к педагогам. И как вообще правильно понять, какой педагог твой, вот кому надо идти? Ну, это сложный вопрос. Тут рецептов же нет. Потом, когда я поступал в Щуку, для меня важно на тот момент было именно то, что мне больше понравилась философия этой школы, что ли. Потому что ведь я два раза поступал в театральное. Первый раз я поступал до армии, я поступал во все театральные училища, кроме в ГИКа, потому что там набирал
Алексей Баталов, и он как бы сформировал курс уже там еще в начале весны. А в остальные там, значит, Щука, Гитис, МХАТ и Щепка, я вообще прошел на конкурс, в смысле на сочинение, и решил подать документы в Щуку. И, к сожалению, срезался на сочинение. Вот. После этого мне было уже все равно куда идти, и я пошел в армию. Ну, до этого, правда, я еще одну очень хорошую школу получил. Я пошел, мне надо было идти в армию. Тогда был Советский Союз, и это была моя почетная обязанность. И, пытаясь уклониться от армии, я с очень слабой надеждой решил лечь на обследование в больницу. Но я был здоров, как бык. Ну, естественно, ничего у меня там не нашли. Но в момент, пока я лежал на этом обследовании в больнице, вдруг пришло письмо от некоего Сергея Андреевича Мелконяна, у которого в Москве был тогда, и, по-моему, до сих пор он существует, не знаю, в Москве или нет, театр-студия «Арлекин». Вот. И я попал во второй набор, он пригласил меня к себе в студию. То есть я отрабатывал 8 часов на заводе и потом ехал туда в студию. Студия располагалась в Парчом Сером доме на Москварике, вот напротив храма Христа Спасителя. Ну, тот самый ужасный и прекрасный серый дом. Мы занимались в красном уголке местного ЖЭКа. Там нам тоже давали очень хорошие помещения, там вообще очень большие помещения. И вот после того, как отработал 8 часов, я ехал туда, и мы до 12, до пол первого ночи занимались там. Мы не могли разойтись. Вот там в меня вселилось вот это вот удивительное чувство студии. Именно вот студии почему-то вахтанговской. То ли того, что Мелконян был похож немножко на Вахтангова. И я потом стал читать литературу, относящуюся как бы к Вахтангову, к Вахтанговскому театру. И очень много литературы все равно не прочел. И я почему-то решил, что это моя школа, она мне нравится. А дать совет, как выбрать педагога, да как его выберешь? К нему душа лежит, к человеку или нет? Берешь ты от него что-то, отдает он тебе что-то или нет? Вот. Какие-то традиции отодвигаются, я не говорю, что там разрушаются и забываются, они просто отодвигаются. Так же, как про театр иногда говоришь, что театр умирает. Никогда он не умрет. Никогда, и не верьте в это. Это переживет всех и вся. А, у вас есть работа по дубляжу тролля Уильяма в «Хоббите». Вы вообще в детстве читали Толкина или уже? Нет. Нет? Нет, нет. Я рос, когда у нас еще толкинизм не был развит. Да. Я больше про Серого Волка, про Бабу-Ягу. Вот я собираюсь стать актером, режиссером, ну или хотя бы драматургом. Mm-hmm. А что я могу вообще нового создать, когда у нас есть замечательные советские фильмы, замечательное наследие в плане литературы? Как вообще вы считаете, можно ли сейчас что-то кардинально новое или хотя бы просто хорошее, качественное создать? Обязательно. Обязательно. Во-первых, вот это вот количество огромное созданных уже вещей, оно вас конкретно будет переработано в уникальную вещь, которую никто не создавал. Вот и все. Это здорово и очень обнадеживающе. Может ли театр действительно изменить что-то в душах людей? Ведь он существует очень-очень долгое время, а люди почему-то в глобальном смысле не изменились практически. Театр может перенаправить или успокоить, или наоборот воодушевить. Опять же, это во многом зависит от актера, насколько актер относится к своей профессии, честно и правильно. А почему они меняются, люди? Ну, потому что, кстати, поэтому и театр никогда не исчезнет. Потому что страсти человеческие, они не меняются с первобытного общинного строя. Любовь, голод, смерть, война. Чем больше человеку приходится преодолевать, но я имею в виду не трудности там Беломоро-Балтийского канала,
преодолевать какие-то проблемы, тем больше у него работает мозг, тем больше у него развивается фантазия. И поэтому вот эта вот глобализация в данной ситуации очень, мне кажется, в отрицательную сторону работает на человека именно. Вот. И вот вы спросили, что почему люди не становятся лучше. Меня это, честно говоря, не очень беспокоит. Меня беспокоит как раз, чтобы люди не стали хуже. Кем были ваши родители и как они отнеслись к вашей профессии? Папа меня первым делом, конечно, заставил окончить 10 классов, поэтому я попал в техникум. И как бы тем самым он меня подтолкнул к профессии, потому что в техникуме я стал заниматься в драмкружке. И когда я сказал, что я собираюсь поступать, они не возражали. Они сказали, туда тебе и дорога. А трудно ли вам вообще давалась актерская деятельность в юношестве, в институте? Я танец на каком-то курсе, мне пришлось сдавать лицо, потому что был такой венгерский танец, по-моему, назывался «Фантазол». Вот, и там надо вот так вот лицо. Я его лицом не знал. Все остальное действовало само по себе, а лицо было очень точно. А вот вам на жизненном пути, вот именно в институте встречались недоброжелатели среди ваших однокурсников? У каждого человека обязательно есть черный человек. У любого человека. Вот. Где бы он ни находился, он обязательно найдется и в этом коллективе. Вот. Но он и присутствует для того, чтобы как бы ты был на чеку. То есть, чтобы, грубо говоря, помогать вам, да, становиться лучше. Вы бы как бы благословили бы своего ребенка на актерскую профессию? Почему? Потому что она очень тяжелая. Очень тяжелая. Говорят, что любовь в актерской профессии, она наоборот как бы скорее мешает, наверное, актеру в его деятельности. Надо определить. Опять же, я влюбляюсь в персонаж, персонаж в персонажа, или актер человек, в актера, в актрису человека. Персонаж. Персонаж, конечно. Конечно, иначе ничего не получится. А как вот определить эту тонкую грань, когда персонаж влюбляется в персонажа, либо вот сам актер в актрису? То есть как это отследить? Отследить очень легко. То есть на сцене происходит все, что угодно. Ну вот режиссер сказал, стоп, спасибо, все, встали и разошлись в разные стороны. То есть ничего внутри не осталось. Оттуда. А вот трудно научиться вот как раз-таки не оставлять все в одной трубе. То есть уходить с площадки абсолютно как бы, ну, грубо говоря, пустым по отношению вот, к своей роли. То есть, нет, это почти невозможно, потому что все роли затрагивают. Нет, они живут внутри. Они живут там внутри. Просто ты открываешь дверцу и вот. Вдруг, если это уже готовая роль, если не готовая, то значит ты ее там сам делаешь. Вот, поэтому очень сложно, вот очень сложно заснуть после спектакля. Потому что перевозбуждение плюс обмен энергии, представляете, там 1500 зал, вот, и ты как бы наедине с этими людьми, с этой массой людей, с этой общей энергией, либо положительной, либо отрицательной. И ты как бы один с ними обмениваешься этой энергией. Поэтому перевозбуждение очень сильное внутреннее. Актер не имеет права отказываться от роли. Права такого он не имеет. Потому что его могут снять с роли за некачественное ее исполнение или там, неверное трактование образа режиссером задуманным. Но отказываться от роли это. Ну тогда не надо было идти в эту профессию. Это так. Боже мой, здравствуйте. Вы не будете здравствовать. Да. Хорошо. Вас как зовут? Лиза. Лиза. Очень приятно. Мне бы хотелось узнать, как дети относятся к спектаклям, в которых они играют. И лично. Они могут быть испугаться, если они еще совсем маленькие. Бывает такое. Вот как это бывает?
По-разному бывает. А дети, это вот, например, сколько лет? К примеру, любого возраста, любого, 12-летних, любого. Любого, да? Ну, пугаются, конечно, пугаются. Но дети, я должен сказать, как актеры, они самые ответственные по отношению к задачам, которые ставит режиссер на сцене. Это очень трудно, и самое главное, что должен делать взрослый, это катастрофически трудно. Быть таким же честным и так же относиться к делу, как вот, молодой актер. Вот как бывает, что один человек играет роль, и другой его заменяет на дубликат. Как ты не понял, еще раз объясни. Ну, то есть один человек и второй человек. Да. Они играют одну и ту же роль, только по-разному. По-разному. Ага. И каждый из актеров должен иметь что-то общее. А они играют одну и ту же роль. То есть он, допустим, в одной серии он играет маленького, вот маленький актер, молодой, а в другой серии большой играет взрослого, или они вместе находятся в кадре? Вот первая серия вот еще маленький, так. А вот во второй серии он уже как типа подрос, так. И вот... Но это же другой, да? Другой же актер играет эту же роль, то есть конечно, это же персонаж. Да. Да. Конечно, другой, обязательно. А ты видишь, ну, как это все соединяется? Вот как в реальной жизни. Сначала идет маленький возраст, потом еще выше, становится стареньким. Да. И точно так же и в фильмах бывает. Бывает. Серия отбирает первого человека, второго человека повыше и еще так далее повыше. Конечно, конечно. Но только надо еще, чтобы они были, во-первых, похожи, хотя бы отдаленно, чтобы у них они выглядели одинаково. А вот вы знаете такой фильм, который называется «Приключения электроника»? Да, знаю. Я его там смотрела, и вот как нашли два одинаковых мальчика. Один мальчик играет роль Сережи, а другой играет мальчик электроника. Роль электроника робота. Да. В виде мальчика. Угу. Как нашли? Это, знаешь, кто это нашел? Это нашла природа. Представляешь? Вот эта вот мудрая природа, которая нас окружает, она решила, что в семье должен родиться не один мальчик, а два одинаковых. Вот она решила. И вот они родились, два мальчика одинаковые. Они росли, 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 и все оставались одинаковыми. А потом их нашел режиссер. Вот. И сделал, одному дал роль робота, а другого оставил школьником Сережи. Ну вот, как в этом фильме, вот пытались украсть того робота, электроника, который играл, да. И вот все равно в серии, когда еще был самый конец серии, вот Уни, который играл грабителя, да. Старший, да. Вот он его все-таки положил в чемодан как. Да. Вот как это возможно, что мальчика положить в чемодан, в багажник мотоцикла? Ну, это мне тоже кажется невозможно. Но если этот мальчик робот, его можно разобрать на части. То есть отсоединить у него ногу, сложить ее пополам, тогда можно уложить в чемоданчик. Но если это человек, это же все-таки человек. Нет, но в фильме-то он робот. Он робот. А как его сложить в чемодан, если он человек на самом деле, а роль у него робот? Ну, потому что там же вызывают специальных фокусников, которые учат. Ты фокусы смотрел когда-нибудь его по телевизору? Вот, видел. Как у человека, вот, пилит. Вот. Исчезает кролик в шляпе. На самом деле там есть дверца такая. Конечно. Вот, и так же и с этим роботом.
Там на самом деле клали его в чемодан, а он выходил через другое место. И в чемодане никого не было. Конечно, фокус. У меня еще один вопрос к этому фильму. Вот если два мальчика из другой семьи, один из другой семьи, Сережа, а вот другой электроник из другой семьи, как они могут быть одинаковыми? Каждого свое лицо, свое. Конечно. Нет, у вас свое, а у меня свое. Нет, но в том-то и весь вопрос, что оба эти мальчика, они из одной семьи. Вот это, все объясняет. А какие взаимоотношения у вас были с одноклассниками, потом студийцами, да, и потом студентами? В студии это была, вот у меня просто сейчас вот как кирпич, это была всеобщая любовь. То есть мы все друг друга любили. Просто души не чаяли. Вот если бы была возможность не расставаться, мы бы не расставались. Сказать, что кто-то плохо сыграл, кто-то хорошо, это там нонсенс, быть не может. Кстати, это вот было во всяком случае в училище в Щукинском. Одно из правил, очень правильно, мне кажется, когда после показа не ставили оценок. Просто ставили плюс и минус. То есть оценкам не выставляли. Потому что актер, который не имеет права на ошибку, я думаю, он не станет актером. В театре, вот как четвертый курс училища заканчиваешь, то приходишь в театр и начинаешь учиться по-новому. А почему же все-таки Моссовет? И как вы вообще туда попали? Ой, это удивительная история. Значит, после армии я пришел и четко знал, что я буду учиться в театральном училище Мещукина. У меня то есть сомнений никаких не было. Даже когда вот вызывали десятки нас прослушивать, я всегда смотрел на людей, которые со мной, ну, конечно, ребят, давайте, возьмут-то меня, ну, потом попробуйте. Вот. И это, причем, я говорю, это была не самоуверенность, а именно уверенность в себе, потому что я очень четко долго культивировал, считай, было 2 года армии, что я буду актером и буду учиться в Щукинском училище. И когда я в результате поступил в Щукинское училище, я очень любил гулять по Садовому кольцу пешком. И вот от Арбата мы шли, я не помню, с какой-то девушкой, может быть, или с другом, не помню, с кем. И вот мы, проходя мимо сада «Аквариум» театра, там афиши вот такие висят. И я тогда сказал вот, спутнику своему, я сказал, я буду работать в этом театре. Я роль и спектакль заканчивается не тогда, когда ты состарился, а когда ты потерял возможность договориться со зрителем. Ну, это я так говорю, может быть, чисто техническим языком. Но вот я вышел на сцену, да, и вот вы сидите, зрители. Я вам говорю, значит, смотрите, сейчас я вам покажу 18-летнего пацана, который пошутил таким вот образом. И начинаю вам рассказывать историю. И если я эту историю рассказываю вам увлекательно, интересно, честно, то вы через 5 минут забудете о том, сколько мне лет, и будете смотреть за сюжетом этой истории, которая развивается. То есть я не дам вам времени осознать, что перед вами стоит взрослый человек, который, ну, 18 лет. Понимаете? И это моя задача. Причем самое удивительное, я помню... Ой, я завелся. Нет, продолжайте. Самое удивительное, я помню, мы играли в Челябинске вот, насчет горя и удовольствия. И мы приехали туда. Мы ехали 2 суток поездом. Ну, вы пока еще начинающий актер, вы не знаете, что такое актеры в поезде на гастролях. И мы там устали очень сильно. Мы приехали в 6 утра, я сейчас помню. В 11 у нас была репетиция, в час первый спектакль, а он 3 часа слишком шел. И в 6 часов второй спектакль. То есть вот с приезда подряд. Ну, я отыграл эти спектакли, вот, отдохнул, на следующее утро я встал и понимаю, что у меня нет голоса. То есть я вот так говорю вообще, а пробить зал 1500 мест, куда?
И вот, ну, а что делать, деваться некуда, вызвали мне там какого-то врача. Я говорю, сделайте мне блокаду, чтобы связки заработали, укол. Они говорят, нет, нет, мы боимся, и укололи мне в результате папаверин. А я потом узнал, что папаверин, он еще и энергию снимает. И вот я боролся с голосом, боролся со спектаклем. Но самое удивительное, это меня поразило до глубины просто души. Это комедия. И там должен стоять гомерический хохот зала. И я настолько благодарен публике, потому что когда я выходил с таким голосом, ощущение, что в зале отрезали звук. Как будто я в пустом помещении говорил вот эту вещь. И потом шел смех, взрыв смеха. И как только я делал попытку заговорить, то он так, как ножом отрезал звук. Они хотели слышать. Вот. Я за это очень благодарен челябинскому зрителю. Еще кого из наших отечественных поэтов и писателей вы можете выделить? Для меня мой любимый, самый любимый писатель на все времена, по-моему, на первом месте, к сожалению, стоит Гоголь, а на втором – Булгаков. Хотя Булгакова я читал и читаю чаще, чем Гоголя. Но все равно Гоголь есть Гоголь, тут никуда не денешься. Я могу сказать, что если вы хотите быть актерами, вы беретесь за очень трудную, но безумно интересную профессию. Она очень трудная, потому что актер – это ведь не выйти и громко сказать слова, а выйти и вот заставить всех, чтобы они смотрели и не дышали. Вот. Я читал Михаила Чехова. Я считаю, вообще это должна быть настольная книга актера будущего, Михаил Чехов. Многое сейчас, когда вы прочтете, вам будет неясно и непонятно. Но уверяю вас, что потом все это всплывет в будущем. Читать, читать. И это, собственно, мне кажется, это и определит вот этот вот вектор направленности. Понять, что это, что ждет, что требует эта профессия. Какие случаи бывают в этой профессии? А для того, чтобы поступить, я говорю, вот надо очень внутренне понять, что ну, без этой профессии я никуда. Мне ничего больше не хочется, я ничего не хочу. Я не хочу быть ни шофером, ни космонавтом, ни пожарником, ни кем. Я хочу быть актером. Для чего ты хочешь быть актером? Вот вопрос, на который надо себе ответить. Она жестокая профессия, жестокая, но и благодарная в то же время. Я говорю, вот как бы кнутом и пряником. Хорошая профессия, я ее люблю. И как вообще роли влияли на вашу жизнь, на вашу семью? Они не просто влияют на меня, они еще мало того, они еще и могут помочь в другой работе в какой-то. Вот если ты работаешь дальше, то роль, которую ты сегодня, допустим, вот я сегодня вечером играю там какую-то роль, а на утро репетирую совершенно другую роль, то вот эта роль, которую я сегодня вечером сыграл, она мне помогает работать со следующей ролью, с моей другой ролью. Вот. А на жизнь оно влияет исключительно в том, что отнимает огромное количество времени и жизни, в конце концов, как таковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я, как фанат дубляжа, хочу вас спросить вас в этой теме о закадровом звучании. Nickelodeon, вот эта вот известная фирма, они, значит, меня позвали на кастинг на мультфильм «Крутые бобры». И меня утвердили на одну из главных ролей, там два персонажа, Норберт и Дэггет. Я Норберт. А Дэггет, он на 4 минуты позже родился, он младший брат мой. И меня там, в этом самом, в Америке утвердили. И очень смеялись, когда узнали, что моя фамилия Бобровский. Потом появились у меня компьютерные... А, стоп, я же записал... Ведьмака. А? Ведьмак. У вас была роль по озвучке Ведьмака, компьютерная игра. Да, потом появились компьютерные игры. И там вообще была очень курьезная ситуация. Я сам любитель был поиграть в эти все стрелялки. И я играю, и думаю, какой знакомый голос. Господи, да ты ж я! Вот, такой был сержант Малинс в Call of Duty, там персонаж. Я его озвучивал.
разница между озвучанием зарубежной продукции и отечественной? Ну, отечественной легче, потому что мы более свободны в отечественном. Потому что там мы привязаны к тому, что они англичане написали, наши перевели. Знаешь, еще чтобы все это дело попало в рот, это, а? Да, в артикуляцию. Шахматы мы ставили, такой спектакль у нас был. И там текст вот в английском звучат «We have, you must». То есть, ну, английские слова мы имеем, мы там должны, да? Да? А как это по-русски звучало? «Любой игрок обязан срок являться мы». Понимаете, да? Там как бы на, ну, то, о чем я сказал. А как вы боретесь со стрессом? По-разному. Чаще всего уезжаю за город, хожу по лесу и провожу руками по стволам деревьев. Какой типаж человека, характер вы играли чаще всего? Я могу играть в принципе все. Вот. Что захочет режиссер, каково будет решение, такого буду и я. Я глина. А вы больше отдаете предпочтение на кино или театру? Я очень люблю театр. Если получается кино, значит кино. Но first для меня театр на первом месте. Были ли у вас переломные моменты, когда вы хотели бросить эту профессию? Безумное количество раз. Безумное. Причем чаще всего оно происходило, когда что-то не удавалось в роли. И я думал, что я бездарен, что мне надо заниматься токарем или действительно идти крутить баран. Вот. Но в этот момент хорошо было бы, если бы рядом с тобой был настоящий друг, который мог бы тебе сказать какие-то необходимые слова, которые привели бы тебя в чувство. Не отбивает ли у вас постоянное существование в музыкальном театре петь дома, у друзей? Поете ли вы вне театра? Отбивает. Отбивает. Как грустно туманно кругом, тосклив безотраден мой путь. А прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше люби. Ямщик, не гони лошадей, как жажду средь мрачных равнин измену забыть да любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей, все было лишь ложь да обман. Прощайте, любовь и покой, да боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.